Недавно Тигран Салибеков признался, что в его семье не все гладко. Пользователи сети посчитали, что у экс-участника «Дома-2» и его супруги возникли ссоры из-за неверности. Как выяснилось, причины вовсе не в этом. Вот уже несколько месяцев Юлия Салибекова, подарившая Тиграну троих сыновей, находится в натянутых отношениях с мамой супруга. Юлия в личном блоге призналась: «Со мной уже полгода воюет свекровь. Я перестала быть удобной прислугой, перестала молчать, быть безотказной для них, терпеть обесценивание и презрение. И на той стороне хотят воевать, хотят лишить меня мужа. Хотят ставить меня на колени, а я не встану. Хватит, я не для этого прошла такой тяжелый путь. У нас с Тиграном нет измен и предательства, нет холода. Мы горим в огне чувств каждый день, но плохих чувств – нехороших». Как оказалось, семья Тиграна изначально была против Юли и хотела другую невестку. Многодетная мама посетовала: «Эти люди как не хотели меня 10 лет назад и всячески давали мне это понять, так все и осталось. Просто я служила, молчала, а потом устала и высказала. За это была вычеркнута из состава их семьи, но с этим можно было бы жить, если бы Тигран отделял нашу семью от них. А он не отделяет. Тигран очень сильно зависит от мнения родителей. Он не может понять, что быть самостоятельным, независящим от их мнения, не есть предательство. Можно дружить и любить. Мне этого не понять. Хотите, кидайте камни, но я останусь при своем мнении. Это не пиар, друзья, это моя жизнь, которая рушится. Но я больше так не могу». Похоже, Тигран Салибеков все же встал на сторону матери. В соцсети он поделился: «Решено. Лучше я останусь хорошим сыном, чем мужем».